Откуда я взялся? С 96 года занимаюсь плаванием. Вот мой первый тренер Николай Семенович Ильиный, Карваганч Абрамов. Вот как открылся у нас бассейн Водолей, пришел со сколиозом. Вот мне посоветовали, говорят, иди, мальчик, там лечись. То есть с плаванием связана вся моя жизнь. Как сказать, значит, почему, откуда, да, мечта. Целились переплыть Черное море изначально. За месяц до проекта якобы там что-то сорвалось. Стамбул-Одесса должен был быть маршрут 650 километров. Это мечта детства. Это когда ты выходишь на берег моря, проплыв там, мама попросила 20 грибков баттерфляем красиво, тебе 8 лет, и сильно пьющие ребята с большими животами говорят, ты что, со Стамбула приплыл? А ты думаешь, а почему бы и нет? А, ну несложно на самом деле. И потом там шуточки, одноклассники говорят, Миша, там ни одно Черное море уже проплыл в своей жизни на тренировке в бассейне, и вот 4 года начали готовиться. Физически и психологически надо как-то стараться, вот выработана авторская методика, по которой мы, в общем-то, и из аквариумного человека я стал каким-то образом вот таким, на открытой воде, да, плавать. Вот такая история, да. Цель проекта. Показать, что на самом деле большие цели достижимы маленькими, грамотными шагами. То, что как бы глупых спортсменов, достигших больших результатов, не бывает. Никогда там глупый борец, скажут, или боксер, или пловец, да, ну, он не станет каким-то выдающимся спортсменом. Все надо подходить с умом, надо изучать, надо быть в первую очередь экспертом в своей нише. Тогда будет результат. И надо очень сильно хотеть любить это дело. Вот это вот месседж такой молодежи. Масштабный проект, возьми и притопай к этой цели. Будет большой бум. Вот. Ну, как сказал Миша, он пришел к нам тренироваться первоклассником. К сожалению, был период, когда у Миши возникли проблемы с сердцем, и 2 года он не занимался. После этого он вернулся в строй, начал заниматься, очень волевой, хороший характер, боевой, спортивный, и достиг уровня кандидата мастера спорта по плаванию. После этого Миша начал усиленно заниматься военным троеборьем, где выполнил норматив мастера спорта по военному троеборью. Но плавание, бег и здоровый образ жизни он никогда не бросал. Значит, вопрос такой, как проходил обычный день и где ночевали, как вообще, вот, наверное, быть, да? Нестабильно. То есть начинался день с того, что я просыпался в 6:30 утра, и мне предстояло распланировать маршрут машины, сопровождение лодки, где нам остановиться, покушать в обед. Мы очень боялись Сан-Сипёка, вот, в общем-то, лицо мое это подтверждение, там, это вот, да, что было открыто, все сгорело вместе с бровями. Но не хотели быть с часу до 3, вот надо было куда-то в тенечек. И поэтому вот планировали на это время обед, полноценная растяжка, реабилитация такая в миниатюре. 15 километров с утра, 15 километров после обеда, это был идеальный день. Не всегда так получалось. Звонили каким-то ребятам, которые должны были нас приютить, не встречали, не брали трубку, или наоборот же нас селили в замечательные отели, там даже в Черкассах совсем приютили в комплекс отдыха, там с парилкой совсем. Мечта сбылась после мерзляка, который был перед Черкассами. Вот это не о том. То есть не всегда получалось плыть 15 километров, в конце я поймал азарт, даже получилось в день по 38 километров, когда я не хотел обедать, я вижу цель, там Днепродзержинск, давай туда, попутная волна, быстрее, на ходу накидал. Ловил себя на мысли последние дни, что я, как рабочий день у меня 8-часовой, знаете, я так плыву и думаю, так, что потом поделать. Ну вот, я приплыву, пресс надо покачать, что давно уже так, знаете, там, или фильм какой-то посмотреть, как там ребят развлечь. Вот такие, уже не думаешь о нагрузках каких-то. Человеческий организм втягивается, нейронные связи за месяц выработались. Вот такой день. Отвечу на вопрос, когда я тренируюсь, да, на открытой воде. Я дебютировал на открытой воде 15 мая в этом году. До этого я вел узконаправленную работу на мышечное волокно только в бассейне и в тренажерном зале. Ну, познакомился, кандидат мастера спорта по водному полу, играл в высшей лиге Украины. То есть мне позволяет это смотреть далеко и вперед. Я за это не переживал, за открытую воду. То есть я туда как-то влился, сразу выиграл чемпионат, и все так как-то замечательно пошло.
не... Надо объяснить, что техника другая. Техника другая, она потом с опытом приходит. Вот достаточно было лета, чтобы действительно привыкнуть к открытой воде. Да. Поэтому, я думаю, будем тренироваться до тепла. Мы за здоровое плавание, нет смысла делать какие-то экстремальные нагрузки, да, там, низкие температуры. Это все не в перспективу. Вот. Вопрос такой, есть ли условия в Николаеве для тренировок, да, и вот прыгуны уезжают просто. Согласен. Ради этого плывем и Черное море, в общем-то, показать, что у нас во всей Украине беда с условиями не только для водных видов спорта, но и в селах у детей просто нет возможности футбольный мяч купить и в кедах играть, да, в сандалях там. И, то есть это надо проделать огромную работу по поводу водных видов спорта. Бассейны не работают, да. Зимой закрываются водолеи, то есть пловцы плавают, прыгуны сверху прыгают, но такого вот даже, ну, я вне политики, в Союзе скажите, что пловцы будут плавать в одном бассейне с прыгунами. Ну, такого не бывало. Да, тут по поводу Николаевской области Караганович лучше ответит. Я хочу просто немножко пройтись по статистике, чтобы вы понимали, что Германии на 100 тысяч населения построено 88 бассейнов, в Соединенных Штатах Америки 77, в России на 100 тысяч населения 5 бассейнов, а в Украине 1,25. Это, наверное, ответ на ваш вопрос. Почему люди уезжают? Потому что в таком красивом городе большом у нас, к сожалению, работает один бассейн, и то не весь год. Если у нас будут базы хорошо работать, если будут бассейны все в норме, то и будут спортсмены развиваться, появится большой спорт у нас тоже. Но есть у нас же проект в Николаевской области, мне вчера рассказали, вот на базе спорткомплекса «Заря» планируется, да, создаться база водных видов спорта, правильно? И необходимо подписать для начала петицию, то есть уже все, в общем-то, есть план действий, осталось там 200 голосов собрать, просто зайти, зарегистрироваться и поддержать действительно неравнодушных. И как это все правильно сделать, мы, наверное, вот осветим в соцсетях, да, и точно скажем. Если можно, еще добавлю, вот стратегия, как все-таки нам помочь детям не тонуть, да, вот в Украине 300 человек за год тонет просто вот в наших реках, водоемах. И, в общем-то, как поднять уровень спорта? Да надо поставить себе государственную цель, да, Майкл Фелпс. Мы, очень просто. Все идет по пирамиде. 1 000 000 человек, детей, учим плавать, вот они уже не утонут, да, как детки рассказывают. Я не знаю, как можно утонуть. Вот меня вода уже вверх выносит, 6 лет ребенку. 100 тысяч человек из них выполнят разряд, 10 тысяч из них будут, ну, кандидат в мастера спорта, там, и дальше, в итоге 10 человек становятся международниками, и один будет у нас вот Майкл Фелпс. Ну, все очень просто. Вот масштабом берем, как китайцы, и потом будет у нас природный отсев, но будет польза на самом первом этапе же. Вот так и работаем. Спрашивали мотивация, которая подвигла нас к этому заплыву, да, меня, наверное, и команду, и питание мое. Начнем с мотивации. Мотивация, у меня 2 сына. Одному вот скоро будет 3, второму 1,8 года. Ты должен быть интереснее, чем сторис твоего ребенка, да, вот как говорят все. Ты должен быть там номер 1, тогда ты сможешь повлиять и правильно его чуть-чуть как-то подтолкнуть. У меня есть такой лозунг, я живу так, как советую сыновьям. Может правильно, может неправильно, но мне нравится вот так, через здоровье, через фитнес, физкультуру и спорт воспитывать карапузов. И если вот ваши дети тоже прислушаются, может быть, будет польза. Я тестирую. Мне кажется, большие такие громкие проекты должны нести за собой много пользы. Поэтому вот сейчас мы будем это все упаковывать и в блог, и в тренировочные программы, и все выходить в онлайн. Пускай дети бесплатно пользуются, тренируются и действительно достигают больших результатов. Питание. Кушал, ну я шучу, как беременная женщина, да, я 2 раза наблюдал в своей семье, так, даже, может быть, 3 вместе с мамой, с младшим братом. Что захочется? Вот я плыву иногда, вот бы жареную курицу. Ну, я от спортивного питания отказался на старте, у меня закончился инозин, и это был полностью финиш. Все, что связано с гелями, нутрендом, и вот это вот то, что я использовал во время тренировок.
Детское питание очень хорошо заходило, пюрешки вот эти вот обычные, и очень много углеводов быстрых. Углеводная работа была. То есть это на низком пульсе, когда человек плывет, ему как бы не нужны те обменные процессы, которые участвуют в соревновательной деятельности. Поэтому вот достаточно там чипсы, да, почему нет, в них же больное количество калорий просто. Залетали, правда, с изжогой, но помогали двигаться дальше, да. Хаотично, много перекусов, да, ну вот свои 5-6 тысяч калорий, наверное, килокалорий съедаю, да. Тут трекеры показывали, что порядка 10-11 тысяч килокалорий тратил за день. Не знаю, удавалось ли мне их пополнить, но команда не успевала меня кормить. Да. Спасибо. Маме не понравилось мое телосложение. Сегодня была такая фраза: кошмар, одни мышцы остались. Я думаю, а что еще нужно, знаете? Ну, хотя я желаю всем одних мышц. Спасибо. Хороший вопрос, но мне никто не запрещал цифрами фигурировать. Да? Спонсоры были партнеры, были друзья, которые просто помогали частные. Порядка 200 тысяч гривен обошелся заплыв вот именно по морю. Привлекли спонсоров интересным способом. Я тоже хотел сказать вот месседж для молодежи, да, почему стоит ставить масштабные цели все-таки. Ну, когда ты приходишь и, например, говоришь, ну, я сейчас кандидата выполню, по-моему, мастера спорта, дайте мне там столько-то сумму, да? Ну, вряд ли удастся. Большая масштабная цель, переплыть Тихий океан, вот тебе, конечно, давай согласуем бюджет. Это стоит взять на вооружение, это как вот людям, которые будут скоро шагать во взрослую жизнь, да, после университета. Там уже не профилонишь, да. Спонсоры были у нас Интерфакс Украина, это наш партнер, основной организатор заплыва, там есть Максим Уракин, он глава Интерфакс Украина. Лаборатория Синево, Артериум, фармацевтическая компания, это самые масштабные ребята, которые в Ливане сделали финансовый вот наш проект. Также консалтеры были А95 и юристы, вот, да, по чуть-чуть. Во время путешествия сопровождал, конечно же, тренер, без него никак. К сожалению, к вам он спешил быстрее, чем ко мне, да, и вы его забрали у меня 19 августа. Но он поставил нас на рельсы и сказал, вот туда, ребят, и мы уже так и покатили. Вот первые 200 километров, как мы шутили, самые сложные, вот они были с поддержкой Кармаганча Абрамова. Он знает меня, знаете, вот так, когда я могу профилонить, он скажет, добавь, помолчи. Или когда мне, в общем-то, я еще могу, он говорит, хватит, выходи. Вот это вот очень важно было для меня на старте, чтобы самому понять, он ему виднее, сколько лет сотрудничали. Второй вопрос забыл. Кто был со мной и что? Команда. Чудесным образом ребята нашлись, вот там по штанге семья, парень и девушка, которые просто мама и папа были мои, такие старательные. Ну, когда у тебя цели, тогда и люди находятся. Два человека мы отсеяли из команды, просто не подошли нам, они не вписывались как-то вот в энергетику команды, да, скажем так. Тоже важные моменты, как и в общем-то в любом рекрутинге, найме. Ребята, это очень хороший вопрос, потому что основной проблемой, вот представьте, да, это не пикник на 2-3 дня. Да? Люди выходят на шашлыки, поругались за целый день и так далее. Вот представьте, люди вместе со всеми сложностями, проблемами, трудностями. Ну, Миша шел месяц и 5 дней, да, получился ровно? Месяц и 7 дней. И все время вместе. Очень трудно. Вы не представляете, как это трудно. Потому что основная, я думаю, я пошучу, конечно, сказал, легче всего было плыть. Нет. Вот. Но такая огромная работа проводилась, и очень трудно было найти общий язык между собой. И получалось так, что были, ребята все были хорошие, не было плохих ребят, все помогали. Наоборот. И, ну, это нормально, это все правильно. И все понимали, что да, было трудно в еде, в бытовых условиях, но все понимали, вот она цель, надо к ней идти. Потерпи, помолчи, стисни зубы и вперед. Вот основной лозунг. Яка найкоротша і найдовша ділянка була у вас?
яка була яку було проплити найчастіше? Самая короткая, это был полудень, мы сделали под Каневами 15 километров. Это, да, получается, нет, ошибочка. Когда температура поднялась, там порядка 12 километров, мы с Вышгорода проплыли до Болонской набережной, 12 все-таки. Самая большая дистанция 38 километров, там на кураже просто пошел, уже в темноте, и моя любимая цифра 38. И на 35 я говорю, не-не, надо дожать вот туда вот. И машину всех отправил с другой точки переехать, да, вот, ну. Захотелось. На самом деле, ребята говорят, рекорд Украины плавание 40 километров непрерывным. Но это люди делали разово, то есть вот так вот подготовились, и потом реабилитация в них была. Я действительно почувствовал после 38 километра, что еще 2 я не дотяну. То есть есть там такие сигнальные маячки в организме, которые говорят, нет, пора отдыхать. Вот. А самое сложное, это вот, когда была большая волна, я шутил, говорю, вижу верхушки деревьев. Мама меня отпустила по реке плыть, говорит, там же волн нет. Я говорю, ну ладно, без проблем, море не пущу. А когда поднялся вот этот шторм, хотя и попутный, так за лодку больше тоже переживал, чем за себя. Но морально тяжело, перенервничал, да. И зараз как раз такой же вопрос. Какие непредбачені обставини для вас в вашем шляху? Кроме погоды. Ага. Наверное, когда ты с надеждой, человек тебя пообещал приютить, да, у нас был такой в Украинке человек, и в Днепропетровске тоже ждали приюта, розетка должна была быть, душ хотя бы, да, принять. И ты приплываешь, и тебе не звонят, и трубку не берут. Вот это вот действительно выбивает человеческий фактор. А когда ты просто в селе спрашиваешь дорогу, и мою команду, был момент шторм, вот, нас отбило с лодкой от берега, мы отдыхали на противоположном берегу за 6 километров до лагеря. Но тетенька приютила мою команду, просто они спросили, где дорога, она говорит, заезжайте, у меня переночуете. Услышали всю историю, и потом мы еще днем к ней приехали, она нам продуктов надавала. Вот так человек в селе живет, у него хозяйство, одна коровка, вот, 2 сына где-то за границей, мои ровесники. И она, ну вот, душевно нас приютила. Спасибо людям, которые есть в Украине, их очень много. Наверное, обычные люди, да? Не избалованные, хотя, да. Дякую. Может, кто-то хочет задать питание из зала? Я пожалуюсь. Михаил, у меня вопрос. Могли бы вы проплыть еще больше дистанцию? То есть, и какая дистанция вы будете, если вы хотите проплыть? Угу. Цифра кругленькая, 1000. Я думаю, достаточно. На самом деле мог бы. Разные факторы. Там, после 25-го дня у меня психологический какой-то перелом произошел. Я чуть не сдался. Я говорю, ну просто, ну мне не сложно плыть. Я вот как рабочий день. Я говорю, я скучаю за родными, как маленький ребенок в лагере. Я говорю, ну не могу я уже, понимаете. Сыновья там, старший говорить научился, пока я плавал. Уже так, уже взрослый человек. Ну, это психологически сложно. Если бы они были на лодке, на яхте, да, спокойно, я за них не переживал, что шторм и так далее, был бы долго, наверное. Ребята, я вам скажу, что основная проблема была в том, что, это мы потом поняли, что к таким проектам люди готовятся не один год. Это и финансовое, это техническое оснащение. Когда опытный рыбак увидел, где нам арбуз подарили, когда мы встали, опытный рыбак увидел, на какой лодке мы причалили. Трахтемир. Да, Трахтемир, да. А там заповедная зона, абсолютно нет никакой связи. Ну хорошо, хоть как-то GPS работал, трекеры работали. Позвонить никуда нельзя, связаться ни с кем нельзя, выложить какой-то контент тоже не получается. И когда он увидел эту лодку, вообще мы удивились, что он нас узнал, что начали фоткаться он своих детей. Дети прибежали, мы фоткаемся. Он говорит, вы что, сумасшедшие? Вы вот на этой, говорит, Колымаги по Днепру ходите? Вот, ну, мы говорим, да, вот у нас другой нету. И я не скажу, что вот это правильно, что вот такая должна быть маленькая. Но этот проект нас очень многому научил. Мы теперь знаем, что нужно для этого. Мы знаем, какие ошибки надо исправлять. Как надо готовиться. Это действительно очень большая школа. Кстати, этот рыбак, который жил 12 километров оттуда, специально утром рано приехал из дома для того, чтобы нам подарить банку меда
и поблагодарить за это дело. Мы очень благодарны ему. Вот такие люди хорошие попадались нам на пути. Практически Миша тренировался однозначно сам, потому что он живет в Киеве, я живу в Николаеве. Мы очень часто созваниваемся. Миша консультируется, какие тренировки делать, как это делать. Дело в том, что есть огромная разница. Тренировки на закрытом бассейне, в тепличных условиях, и тренировки на открытой воде. Это связано не только внешней средой. Там даже другая техника, там другое проплывание. Очень сильно я переживал в первую очередь за здоровье Миши. Потому что любая температура – это срыв проекта. То есть потянул мышцу, травмировался, это все, мы остановились. Но реально вот эти тренировки перенести, на как оно должно быть на самом деле, это практически невозможно, и мы это поняли. Конечно, Миша к этому готовился 4 года, усиленно начал готовиться к этому последний год. Но основная тренировка – это было само проплывание на открытом водоеме. Первые 3 дня организм практически сдулся, была температура, мы сделали выходной день после этого. Дальше организм начал адаптироваться. Это еще доказывает то, что организм человека имеет огромные ресурсы, огромные возможности. Кстати, я вот Мишу попрошу, он все данные, записанные на трекере, вот здесь вся информация о пульсе, о километражах, он сбросит по компьютеру. И если будет возможность, еще нету, наверное, результата анализов медицинских, да? Да-да, чтобы, завтра будет. Чтобы сбросить результаты анализов для наших медиков, у нас есть в университете, есть медицинский факультет сильный очень, чтобы наши медики могли посмотреть, проанализировать, и для них это, я думаю, тоже будет интересно. Расскажу пару слов, как же все-таки тренировался, да? Недельный объем совсем небольшой. То есть, на самом деле велась узконаправленная работа на мышечное волокно, то есть это не больше 7 километров в день. Работал на, для людей знающих, сейчас скажу, в начале анаэробного порога, да, по 3 минуты с интервалом в 2 минуты. То есть это вот труды Силуянова, москвича, в МФТИ. И я их очень хорошо изучил, то есть я перенес эту всю работу на воду, использую статодинамику для силовой работы, то есть там без закисления совсем. То есть все его упражнения, прям разбиваю грибок на 2 фазы, то есть я с резиной прорабатываю до жжения в мышце, допустим, первую фазу и концовочку грибка. Прям, вы не поверите, скорость растет, выносливость растет, это я буду тоже делиться этим с удовольствием. Ну, плавание нашел для себя подходящее, опять же, с каждому индивидуально. Да. Железо нет. Да, не использовал. Я думаю, наступное питание я уже. Про что вы думали сейчас плаваем? Да, на втором месте популярный вопрос после вопроса ГЭС. Как ГЭС переходили, да? Думал. Наверное, больше всего усилий я прикладывал для того, чтобы прогнать будоражащие мысли в голове, которые вот разгоняли сердцебиение. Можно себя одними мыслями загнать в то состояние, когда ты загоришь через час работы. Больше умиротворения, больше мысли о семье, вот о финише, визуализация успешного финиша, преодоления дистанции, молитва. Это очень интересно, тоже чудеса творились, когда удавалось погодой крутить, разворачивать волну в нужную сторону. Ну, это я тоже с удовольствием поделюсь этими моментами. Ну вот, в идеале самые лучшие результаты, темп и по энергетическим затратам происходили тогда, когда я отключался полностью, вот, пытался убрать все мысли из головы. Это, наверное, камень в огород любителям поплавать с музыкой, да, побегать, простите. Вот сейчас и поплавать уже можно, когда ваш такт, сердце подстраиваться под трек, который играет в ушах. Но лучше следить за дыханием. Дальше тише едете, дальше будете. Да, так как к Днепру начали готовиться за месяц, то есть все планы поменялись,
Нужно было просто взять в Гугле точками измерения расстояния, проложить приблизительный маршрут. Конечно же, мы в него не попали совсем, потом только на финише чуть-чуть догнали, в итоге отклонились на 6 дней от идеального того маршрута построения, который мы вначале использовали. Благо есть гаджеты, мы без Гугла вообще никуда, если честно. Сбросить локацию, спасибо им, ребятам. Наверное, наши основные спонсоры, которые технически бесплатные нас... Бесплатные спонсоры. Да, бесплатные спонсоры. Надо пользоваться все-таки нововведениями в любой сфере. Да. Маршрут был. Дякую. Этого не хватало. Спасибо. Я всегда мечтал о таком.